Но вы знаете, если руководствоваться логикой метасферы, того, что все существует в метасфере, и через метасферу все связано друг с другом, то блеск столицы, он имеет значение, потому что вот это состояние, имеется в виду не в плане денежном, а в плане состояния людей, которые блистают, оно, наверное, положительно влияет на атмосферу, потому что заряжает ее этим самым состоянием. Вот в фильме «Костап американский» я опять услышал эту фразу. Вот, кстати говоря, Люк, да не тот, не Ялчинский. Ну да ладно, сейчас не будем по этому поводу скорбеть. Вот, так. В общем, услышал, что чтобы быть успешным, нужно, значит, соблюдать амплуа успешного человека или как-то там. Ну, типа, делать вид, я не знаю, создавать образ. Но, казалось бы, это вот тоже очень фраза избитая. Но наше-то дело ведь не поддаваться ни на какие провокации. Пускай фраза избитая, хорошо, она избитая, но мы должны выделить из нее зерно правды. И тогда она перестанет быть избитой. То есть можно сказать, что это фактически вот зерно, которое вот тут на мостовой валяется, по нему все ходят, оно уже заплевано, затерто, искритиковано все, что никакой нормальный человек уже, значит, этой истиной руководствоваться не будет. Тем не менее, в какой-то степени это, видимо, действительно истина. Поэтому вот, пожалуйста, собственно сказать.